Вот скажите, пожалуйста, вот что вы думаете о ситуации на Украине? Ситуация из ряда вон выходящая, потому что мы не должны допустить до того, чтобы наши братья, наши друзья, живущие там родственники, не могли так жить. Понимаете, этому нет объяснения, нет слов. Разве можно так поступать? Мы хотим помочь и как братьям, и как сестрам. Мы одно единое целое. Поэтому, когда вот получается так, что же тогда получается? Со всех сторон. Америка, Бог знает, где живет, она хочет навязать свое мнение. Когда у нас изначала была Киевская Русь, всегда мы вместе жили, все делили пополам. Все, радости, горести, пережили такую войну, которые остались, вот кто живы, кто что. Теперь сносить памятники, уничтожать всю историю, память обо всем. Это просто страшно. Это непоправимая ошибка. Разве можно так поступать? Это страшно. Приехал к нам мальчик, родственник оттуда. Он видел своими глазами, он посидел, глядя на все это. Куда идут наши ребята? Что с ними творится? Это страшно. Мы никогда не останемся в стороне. Я вот как мать, я готова хоть сегодня идти и помогать.